Звук, мотор. А где сидел? Зависа. А где ты будешь спать после фестиваля? Арена была, ну, арена. Впереди. Они там дырничали. Ой, ужас. Человек... Я подозреваю одно. Знаешь, подозреваю, что? Что это Америка сделала специально. И знаешь, для чего? Не Металлику, а вот эту ACDC группу. Да мне там нафиг не надо было. My Best Fiction. Это песня пошла. Фанта! Фанта! Потом пошел барабан. Фанта! Фанта! А потом все, он вышел. Хватит. Он вышел в кепке и стал петь. Да было нет. Такое? Было. Да не помню. ACDC. Слушай, ну сколько лет прошло? Я помню. ДДТ? ДДТ нет, там не было. Да. Нет. Они там были тоже? Дурачки эти были? На этом фестивале тоже не были дурачки? Паш, я просто обеспечил общественный беспорядок. И ДДТ тоже был. Он все время любил, почему-то тогда. Сука, ты со мной только глазами стреляешь. Он мне нравится. Юрий Федорович, ты мне сегодня глазами стреляешь, как будто со мной ты прощаешься. Это ужасно. Жизнь велика. Дай-ка руку. Тебе жизнь нравится или нет? Чего? Жизнь нравится? Чего? Почему ты как будто со мной прощаешься? Так смотришь на меня? Да я с тобой не прощаюсь. Я просто глуховат, мало, по привычке отца. Почему ты как будто сон прощаешься? А отец лежался. Я тебе не хочу прощаться в этой жизни. Никогда тебя не брошу. Ну и все. А отец в воде холодной. Ты, ты советский его... офицер, которого я никогда не брошу. Его немцы бомбили. Знаешь, вот эти голоса твои, ты как будто со мной прощаешься. Гена, я тебя увидел, я с тобой прощаюсь. А нет! Я с тобой нет. Нет, дай руку. Я тебя не брошу никогда. А я тоже. Но батя, это привычка дурацкая уже. Вот это. Батя улегся. Эти самолеты ебаные. Глушили их. И батя улегся. И то ли левый, то ли правый ухом. Кстати, где? Не важно. Юрий Федорович. Одним словом, он улегся и ухо застудил. Все. Нихуя себе. Да? Бомбили. Но... Бомбили. Юрий Федорович, я не хочу вернуть СССР никогда. Путин это хочет, я нет. СССР нет. Я тоже. Но Путина будет, как будет. Путина будет, как будет. Бандит пусть будет. Ну, бандита надо было стрелять нахуй. Бандит пусть будет. Бандитам надо было стрелять. Все. Нет, нет. Да. Это пусть... мое мнение. Их уже грабли. Это тихушники. Тихушники. Они чё воруют ты? Россию. Их чё? Когда-нибудь уберут с этой России. Они сами уже уебывают. Ну дай бог. Это не все. Пожалуйста. Юрий Федорович. Дай Дай мне сигарету, пожалуйста. А, вот.
Я считаю, мы выживем, Россия. И выживаете за меня, санбойчика, солнечного мальчика. Да выжил все. И я выжил. И выжил. И Фердович, поэтому не пугайся ничего. Поэтому не пугайся ничего. Типа все надоело, блядь. Все однозначно, все. Нет, мы делаем песни. Опа, извини. Юрий Федорович, это уже что-то. Ты со мной. Ой, не напился. Тебе не хватает меня. Ко мне приходишь, пишу там.